Центр быстро проходим и удар. Поменьше возни. Крайней мере, в защите. Да. Команда сыграла один матч, очков пока нет. Еще одно поражение, и старт разводим. Можно будет назвать поистине провальным. Сегодня у нас необычный матч. Небольшая задержка есть. Национальных команд. Это всегда интересно. И непредсказуемо. Клубный футбол это одно, сборная это совершенно другое. Я лично всегда с большим нетерпением жду подобных матчей. Хорош. И это ожидание нас охватывает. И навес. Отлично. Это угловой удар. Ну пускай вылетает, мне-то что? Мне ничего не пишет. На меня перекидайте. Так, Паша, Сергей и Андрей подбор, остальные назад. Защита только, ходите там. Что, один на нападение, что ли? Ладно. Он бьет головой и забивает. Понятно. На такие голы можно смотреть бесконечно. Шедевр. Очень хорошая подача от угловой отметки и прекрасный голевой удар. Так у него бот, нет? 5 минут прошло. Алло, меня слышно? Счет открыт. Какой-то, знаете, между собой. Не, вы хоть разговариваете, я не знаю. Борьба за мяч. Вратарь введет мяч в игру ударом от ворот. Понятно, прессингуйте. Андрей, не спи. Хорош. Потеря. На него, на него. Слишком хорош. Поторопился игрок, залез в офсайд. Стой. Ладно. Давай, Серег. Отлично. Низ. Ладно. Вдвоем быстрее. Мяч сыграно. Венья. Отлично. И оно. Играем. Играем. Хорош, Андрей. Еще бы ее не перехватили. Бьет он по воротам. Проверка голкипера. Да нет, на весь. Еще здесь. Ой-ой-ой. Ушел мяч. Оставь. Не торопимся сейчас. По позициям все. Серега, дади подальше. Иди. Дима, блядь. Выше. Хорош. Ясно, твой, Саша. Не потеряйтесь только. Хорош. Отлично. Удар заблокирован, счет. Я буду терять позицию. Быстрее, быстрее, быстрее с мячом. Хорош, пропил. Не... Теперь можно начинать свою атаку. Хорош. Ну, это тот случай, когда назад сразу. Может... Назад отошли. Ройс. Это может быть опасная атака. Агуэр. Центр. Бля. Теперь в атаке соперник. Хорош. Точнее, Кор. Перехвачен этот пас. Хорош. Довольно своевременно. Момент. Нет, офсайд. Че ты пробежал, лысый? Смотрите, за шиворот не пустите. Хорош. Передача голкиперу медленно развивается. Отлично, сам пошел. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Давайте вдвоем, втроем там. Такие удары не берутся, только не для него. Великолепный цель. Хорош. Андрей твой. Пошел, пошел, блядь, ничего сука, себе. Бревно. Забивать можно. В офсайде игрок, по мнению судей. Ничего себе. Я покрыли там.
Хорошая. Бровка есть. Бровка, ну поточнее, парни. Хорош. Спокойно, спокойно. Вынеси его. Вау. Саня, Саня, Саня. Хорошо, забегай, Саня. Блин, в атаке шахаешь. Не спеши, я забегу. Лысый опять сюда прибежал, меня не потянул. Хорош. Мяч брошен без малейшей палки. Хороший наш оставь. Защитника. Мяч уходит за боковую. По флангу. Ну не сильно же так. Мяч потерян. Хорош. В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Ломайте, ломайте. Мяч вынесен подальше. Ворот опасный. Вот не бросайте одного и стойте в защите. Альвес Досиль. Вратарю дайте. Хорош. Очередная потеря. Серега, иди вперед. Чужие ворота в другой стороне. Иди вперед, прикрой. Давай, давай, давай. Перекройте траектору, ближний. Решил пробить. И снова попытка сравнять счет. Но в этот раз мимо. Надо добавить точности. Направо кинь. Блин, чуть поздно сказал. Нет. Хорош. Фланг сразу отдай. Не тяни. Перехват мяча, и можно. Ну перетягивайся. Отдай сразу, забежишь в зону, он тебя обратно вернет. Мяч ушел вам. Только что ты его тащишь, все перекрывают за это время. Андрей, лучше на фланге оставайся, пускай там. Да он заебал, наебывает и меня, и всех, нахуй. Крутится туда-сюда. Хорош. Агуэр. Вот Тимми дай, хорош. Андрей, сразу, блядь. Вот толки. Питер назначает штраф. Мне дай. Какая реакция, какой прыжок! Хорош. Класс! Судья показывает, что будет угол. Артур, встань где-нибудь там. Все, спустой. Не бегайте тут. Просто здорово сейчас. Еще раз. Сейчас посмотрю, встаньте там по позиции. Можно 11 навешивать. Подбор за на 11 круг. Так. Лишний повод повторить, вратарская площадка. Это том. Смотрите, игроков. Хороший. Команда на перерыв за 40. Пас плохо идет. Дима, это будет по центру, это не смещайся никуда. И через центр давайте поиграем.
Давайте второй тайм. Арбитр дает свисток к началу второго тайма. Смотрим. Не протянул учиться. Артур, еще раз говорю, сыграйте по нашему дождю. Эти, блин, с разворотов. Сбегают, Андрюха. Все точно и по делу. Ройс. Опасно как. А штанги мяч отскакивает, убивает. Я думал потеряться, я уже на удар жил. Мяч будет введен из зала. Давай по флангу. Быстрей. Все, в оборону. Одиннадцать. Можно подать. Хорош. Агуэро. Забегай. Центр. Еще раз. Рамос. Эту передачу надо. Спокойно, спокойно, спокойно. Хорош. И забежал. И тут может быть опасный момент. И как пробил. О. Что ж, довести разрыв до двух очков не удалось. Забил бы сейчас, и можно было выдохнуть. Хорош. Вот ты, блядь, мелким выигрываешь лучше мячи. Хорош, Серег. Ловись. Хорош. Агуэр. Слишком поторопился игрок, залез в офсайд. Три офсайда, как можно быть в офсайде? По флангу, вот по флангу, поточнее играйте. Играйте на ровном месте мяч. Итак, у нас я оставлю не пропускать. Не спеши выкидывать. Да, я отойду. Давай. Флангу куда? Меня слышно, нет? Ройс. Ну так и все. Давайте, давайте, давайте. Ну куда? Навес же должен быть. Или прострел хоть сегодня какой-то. Мяч будет впереди. Блин, давайте выиграем, это нормально, без, блядь, без нервов матч это, блядь. Победа в один мяч, это пиздец просто. Агуэр. Второй забьем, делайте что там, что хотите. Мало кто умеет так здорово играть в пас, великолепно. Прекрасный навес! Давай, Санёк. Удар по воротам, хороший удар, но каков защитник, а? Раторю, хорош. Два налево. Туда, туда, туда. Ух, сорян, сорян, направо дал. Переборщи. На 11. Ройс. Перекрывайте, перекрывайте. Мяч летит в сторону ворот. Вынос. Вот, так, вот я про что и говорю, блядь. Пиздец. Пока не забьем себе, блядь, играть ни на чем, наверное. Ошибка курьезная, понятно, что случайная, но ведь это и говорит о потере концентрации. Да, крайне неприятный момент, спору нет, но нельзя раскисать, надо идти вперед и исправлять свою же ошибку. Снова равенство на табло 1-1. Ну куда? Играйте вперед уже. Гетце. Хорош. Случай, когда полевой сразу. Детская ошибка, просто подарил он мяч на пол. Арбитр показывает от ворот.
Давайте время есть, блин, нормально сыграем, блин. Ройс. Мяч был у соперника, но он навязал борьбу, и вот уже его команда с мячом. Агуэр. Пиздец, я не знаю, блядь, что, как вам, блядь, по-другому сказать, что играть? Игрок, буквально закатывает мяч в ворота. Откровенно издевательский гол, конечно, и сразу видна разница в классе. Не чухайте, цепите. После этого гола счет у нас стал 2-1, тем интереснее смотреть. Тут просто подарили мяч. Ройс. Правый. Может. Ройс. Танкой. До конца игры 7 Панку. Минут. Танк. Давай. Гетце! Идут вперед, идут направо. И много результата мы пока не видим. Знаешь, еще чуть-чуть и задавит. Если не умением, так силу. А в следующий раз выгонит и будет прав. Да, ничего не забывает и не прощает этот арбитр. Кто же выйдет победителем? Ждать осталось совсем недолго. Пол команда Эньяма! Хорош, блядь. Счет 2-2. Не прошла эта передача между соперниками. Давай, давай, ломай. Хорош. А, не пропускать. Не спеши. По флангу кидай. Вперед, по флангу. Поближе подойди, Саш. Судья решил добавить 3 минуты. Пробей. Ходят тролли в ряд. Реально. Очень неприятная травма. Вынести мяч. Я сломался. Агуэр. Отличное взаимопонимание. Перекладина, но мяч в игре. Пиздец, блядь. Если бы сейчас проиграли, второй матч можно было не играть. Пиздец, блядь, я в ахуе.